Здравствуйте. Сегодня я вам хочу показать свой эксперимент. Это сращение стебельков, рассады, сеянцев, помидорок. У меня особой цели не было, причина тоже. Просто было интересно, как это сделать. И вот результат. У меня в стаканчике оставалось два сеянца, которые вот так росли очень близко. Я сделала сращивание, замотала пищевой пленочкой. Вот сегодня я пленку сняла, и один из сеянцев я отрезала. Вот, пожалуйста, видите, вот это сращение, вот отрезанный второй сеянец. Теперь у меня вот этот вот росточек будет расти на двух корешках. Как себя будет вести эта помидорка, обязательно буду снимать видео. А сегодня я покажу, как я делала вот этот вот операцию по сращению. И у меня уже, в принципе, возникли некоторые мысли. Вот, например, у меня у рассады, вот она вот такая вот хиленькая, дохленькая, но сорт мне хочется сохранить. Здесь у нее погибла корневая система, то есть она загнила, похоже, это бурая гниль. А вот этот сеянец, я сегодня к ней подсадила, корневая система у него нормальная. Я сращу два вот этих вот сеянца и потом отрежу его от родной корневой системы, или, может быть, оставлю, посмотрю, как у меня будет стволик себя вести. То есть у меня будет пересадка вот этого стволика на донорскую корневую систему. Итак, сейчас я покажу, как делается вот эта вот прививка. Острым ножиком срезается небольшой слой, вот буквально миллиметр ствола у одного сеянца и у другого. Вот посмотрите, вот небольшой слой с одной стороны, с той стороны, где они друг с другом. И с другой стороны, вот тоже небольшой слой, прямо чтобы они были друг напротив друга. Вот небольшой, буквально 2-3 миллиметра срезается часть стволика. Теперь я беру пищевую пленку, вот так вот отрезанную, и начиная снизу, вот так вот плотно обматываю вот этот вот стволик пищевой пленкой, чтобы они были плотно-плотно друг с другом связаны. Вот на такой молодой рассаде делать довольно-таки сложно. Очень мелкая, кропотливая работа. Вот если специально вот всю рассаду так делать, это, я не знаю, есть смысл в этом или нет. Но вот если такая вот необходимость, когда гибнет корневая система, есть у тебя в запасе лишние сеянцы, вот сделать можно. Или вот просто вот посмотреть, как себя это будет вести, просто потренироваться. Вот все, вот они у меня замотаны. Недели через две уже видно, они срастаются. Здесь вот я пока делать сращение не буду. То есть у меня вот этот сеянец должен прижиться. А вот здесь тоже можно сделать сращение. Вот они прям так и напрашиваются. Вот тоже я еще раз вам покажу. Срезаю тонкий слой стебелька. Вот сразу с опашу. Вот буквально вот, вот такая пленочка. Так, и то же самое с другой стороны, чтобы они были напротив друг друга. Самое главное тут не чиркнуть ствол пополам, не резануть палец. Вот. Теперь вот так в этом месте я их соединяю, беру пищевую пленку и точно так же заматываю, приматываю в местах срезов. Кстати, срезы не видно. На такой рассаде не видно. То есть делаешь практически вслепую. Если чуть-чуть стебелек развернешь, все, уже не получается срез к срезу. Вот здесь вот должно быть срастание. Вот заматываю плотненько, но не передавливая стволики. То есть тут такая прям ювелирная работа. Вот
у меня вторая пара, вторая прививка. Если вам видео понравилось, ставьте, пожалуйста, лайк, и будем следить, как будут расти эти сеянцы.